Сестренка, что это там? Да это огромный зверь спит. Да нет же, рядом, это же качельки! Скорее туда! Садись, давай я тебя покатаю. Раз, раз, подтолкну. А теперь я тебя! Ух, тяжелая какая! А теперь давай вместе, ура! Как классно, что в парке качели поставили! Что еще нам тут ждать? А может, в магазин сладостей сходим? Он же тут недалеко, за углом. Пойдем! Всем привет! Я Анна Оськина, и сегодня мы делаем качели. И сделать их будет очень и очень просто. Я специально подготовила мега простой способ, и эти материалы вы точно сможете найти. Куколки на качельках прекрасно сидят, качельки рабочие, посмотрите, как они качаются. И от вас под прошлым видео приходило очень много комментариев с просьбой сделать качельки. Посмотрите. Посмотрим, что вы напишете в этот раз под этим видео, и твой комментарий может попасть в мое следующее видео. Ставь лайк, если тебе нравится прогулка этих двух куколок-сестричек, и если ты ждешь продолжения. И, конечно же, пишите, что вы хотите увидеть в следующих видео. Но давайте скорее же сделаем качельки! Я беру очень много бумажных трубочек для питья. Я выбрала вот такие красно-белые со спиральным узором, и их нужно разрезать пополам. Такие трубочки легко режутся канцелярским ножом. Теперь нужно склеить эти трубочки вместе. Сначала я немного заполняю эти трубочки горячим клеем, чтобы клей не проваливался и чтобы можно было склеить их между собой. Ну а затем на этот же горячий клей я приклеиваю все трубочки вместе. Посмотрите, как я это делаю. Получается вот такой вот квадрат. Это основа для качелей, на которой все будет строиться. Теперь я отрезала кусочки подлиннее, примерно 2/3 от размера трубочки. Точно так же я сначала немножечко заполняю пространство в трубочке, чтобы оно не было пустым, чтобы можно было удобнее приклеивать, и склеиваю эти трубочки на двух сторонах основания квадрата. Склеиваю их треугольничком с одной и с другой стороны. Посмотрите, вот так должно получиться. Ну а сверху я приклеиваю трубочку-перекладинку, на которой и будут висеть качельки. И я нарезала, подготовила много маленьких деталей, которые сейчас буду соединять и сделаю уже сиденье качелей. Самые длинные трубочки размером по 5 сантиметров я склеиваю вместе, и это будет сидушечка. К ней по бокам я приклеиваю коротенькие трубочки и наращиваю их вверх, и это будут подлокотники. С задней стороны приклеиваю два маленьких столбика, и между этими столбиками, точнее на эти столбики, приклеиваю перекладинку, и получается спинка качелек. В подлокотник качельки я вставляю белую проволоку, и на этой проволоке сиденье качелей и будет висеть. Точно так же я вставляю и изгибаю проволоку с другой стороны и прикручиваю ее с верхней части качели, то есть на перекладину. Лишние части торчащей проволоки нужно будет откусить кусачками, и та-дам! Качельки готовы! Как я и обещала, они получились очень быстро и делаются очень просто. Мега просто, я бы даже сказала. Они очень легкие, яркие, прекрасно качаются. Я думаю, что трубочки сможет найти каждый, даже если они будут не бумажные. Я думаю, что из пластиковых можно будет сделать точно такой же вариант. Поэтому мне остается только пожелать вам успехов, чтобы все получилось, и получились вот такие вот мега крутые, простые, классные, яркие качельки. Я очень надеюсь, что вам эта идея понравилась, оказалась полезной и интересной, и вы тоже сможете сделать для своих куколок такую милую миниатюру. И не забудьте поставить лайк мне за идею. Обязательно напишите в комментариях, что еще вы ждете от меня, что еще вы хотите, чтобы я уменьшила, чтобы я сделала, и, конечно,
конечно же, ваши комментарии, какие-то из них попадут в мое следующее видео и, возможно, запросы, которые будут под этим видео. Максику тоже очень понравились эти качельки, он лежал на моем рабочем столе и смотрел, как же я с ними играю. И это было, конечно, невероятно мило. А я желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и самого классного настроения. До новой встречи уже совсем скоро!